И вот снова свидетельства. На самом деле свидетельств очень-очень много разных, разнообразных. Сегодня я провела около 6 сессий, 6-7 раз сессий провела. И во время сессий тоже у людей были очень дивные результаты. И люди удивляются, как это так. Вот боль проходит буквально за 5, 10, 15 минут. Мы настолько привыкли, что боль – это временной отрезок, но только мы поделили время на прошлое, настоящее и будущее. Только мы так делим. На самом деле есть единственное время – время сейчас. Прошлого уже нет, будущего еще нет. Поэтому есть время только сейчас, и в этом сейчас мы определяем свой выбор. Поэтому выбрать – избавиться от боли. У многих людей существует такое ощущение, что болезнью Бог нас чему-то учит. Но если мы смотрим на библейские истины и видим, что Иисус исцелял, веруешь, веру, получи, пошел. Вот. Поэтому это только мы говорим, что болезнью Бог нас чему-то учит. Вы бы своего ребенка учили через болезнь, так раз поломали ему руку, и говоришь, а ну научись, зараза. А на Бога такое навешиваем.